Ну что ж, всем привет, с вами я, ZB Vitor, мы сейчас играем Steam World Build. Сейчас начнем, посмотрим, что за игрушка. Какую карту его выбрать, блин? Тамблтаун, Fossil Park, пункт назначения, блин. Давайте первую. Обучение, сюжет, случайная карта. Город назовем. Палатин пускай будет, средняя сложность, да, поехали. Какой-то симулятор, стратегия, что такое, короче. You see all those stars up there? That's where we'll live once we escape this world. There's so many. Which one? Whichever one you want, kiddo. How will we get all the way up there, Pa? By following my plan, little friend. What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. Lucky that Pa found you then. Sure is nice with someone looking out for us. Quite. How will you help us then? Allow me to explain. Long ago, a great hoard of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Pa and I are really good at digging up things. Yes, you bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command to make sure we get there. Who's that? You, of course. Wow. Does that mean I'm gonna be a hero like you? Heroes give people hope, yeah? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. Look, Pa, I see it! I see it, the mineshaft! All right, folks, time to get to work. Steam World Build. We'll have to stay focused in order to get to the old tech and escape this rock. Так, прохлаждаться нам некогда, если мы хотим добраться до старого летального аппарата и свалиться с этой планеты. Свалить. Слышишь какой-то шум? Наверняка это старые петли в подъемнике скрипят. Мы их в два счета смажем. Уж будьте добры, если из этой затеи ничего не выйдет, мне конец. Ясно тебе? Я не шучу. Для начала нужно здесь обосноваться и отстроить город. Выжми из этой земли все ресурсы до последней капли и следи, чтобы народ не расслаблялся. Мэм, как это как-то чересчур. Займись уже делом. Угу. Так, занимаемся делом. Что-то мне очень громко, по-моему, очень громко. Хотя... Ладно, я не думаю, что там прям чересчур. Так, перси поворачивать, ага. Так, рабочие, дома для рабочих. Давай сначала дорогу построим. Вот как-то так, наверное. Вот как-то вот так мы построим дорогу. Первое поселение у нас будет. Я так думаю. Thank you.
Так, он так вот. Во, первое поселение у нас есть. Теперь нужно магазин поставить. Магазин вот. Вот здесь. Не, подожди, немножко. А почему оно меньше встает? Типа дороги меньше там. Не достает до последнего домика. Ах, ладно. Ой, там табом, табом вертеть. Ладно, там еще продолжим. Пускай здесь стоит она. Так, лесопилка. Лесопилку нам нужно 100% их хотя бы. Вот, 100%. И... Подожди, это что у нас? Лесоповал. Еще лесопилку. Если возникнут проблемы, ты узнаешь о них здесь. Нажми. А, нет соединения там. Здесь показано, что производит постройки и что для этого требуется. Производительный цикл, плодородность. Так, вот мы сейчас... Нам нужен склад. Где у нас склад? Вот здесь. Достает. Хоть куда-нибудь достает. Вот здесь тоже склад нужен. Опять там же не достает, блин, до последнего здания. Здесь по всей дороге достает. Так, отлично. Выбрать дом для рабочих, удовлетворить нужды рабочих, увеличить численность рабочих нужно. Ремонтный цех. У нас лесопилка очень далеко находится, но типа... Но вроде бы норм. Можно еще здесь пару зданий построить. Пару домиков, точнее. Да, он не помещается. Так, окей, окей, окей. И вот эту дорожку еще продолжим. Вот сюда. Как-то так пока что. Семьдесят рабочих нужно, чтобы кактусовую ферму открыть. Сейчас как-то откроем. Что это добавляет? Чем-то ничего не добавляет. Дерево у нас очень медленно идет. Поэтому я бы еще здесь лесопилочку разместил. Точнее, лесоповал и, соответственно, лесопилку. Так. Есть, давай соединять. Эти деревья лучше не трогать, пускай оно вырабатывает. Может, там еще несколько поставить можно будет. И отлично. Так, мы сейчас еще здесь магазин поставим. И, наверное, рабочих.
Как-то вот так. Что это такое? Содержание города 71. Нам нужно больше. Больше рабочих нужно. Так, это когда построится? В смысле? А, склада нету. Конечно, я там поставил уже наперед больше, чем нужно. Почему бы и нет, да? Второй рубеж мы достигнули. Содержание города 82. Свободные рабочие 30. 30 свободных рабочих. Как минимум у одного ресурса отрицательный баланс. Какого ресурса у нас? Какого ресурса, подожди. А, здесь одна стоит, да? Ну да. Да склада нету, блин. Склад нужен. Плодородность хорошая. Ну, давай его ускорим. По идее, у нас основное задание — это заброшенную шахту нужно железнодорожную отремонтировать. Но нужно рабочих 120. Да, это типа основное задание. Ну, это что, сразу поставил? Когда ставил, наверное, ресурса хватило. Так, окей. Вот здесь поместится. Не помещается. Немножко одной клеточки не хватает. Ладно, ждем тогда. Нам склад нужен. Ой, наконец-то, блин. Сейчас на все должно хватить. Добыча будет в два раза выше. Так, кактусовую ферму нам нужно поставить. И, походу, не одну. Для нее нужны свободные участки. Так, одна есть. Охват можно посмотреть? Так, не. Жаль, так охват не посмотришь. Здесь одну еще, походу. И вот здесь, наверное, одну. Так, есть. Три кактусовых фермы. Углевыжигательная печь. Инструменты предметов. Какие-то предметы, короче, модификации, походу. Ну ладно. Так, рабочие. Углевыжигательная, лесоповал. Куда его ставить? Тоже возле леса? А, здесь аза. Угу. Еще вот эту тему нужно. Окей, у нас поставилась кактусовая ферма. Теперь поля будем размещать. Три поля есть. Где еще?
Так, разместить поля. Здесь, походу, много не выйдет, но... Типа этого, мне кажется, достаточно будет. Вот здесь должно быть везде, наверное, поместиться. Ну да, здесь есть 3 свободных клетки, в которых можно ферму разместить. Значит, поля. Добыча будет намного быстрее, чем с одним, понятно, полем, но... Одно поле это дополнительное, так сказать. Шо вы недовольны теперь? Ты смотри, какие недовольные они. Чего не хватает? Нужды не удовлетворены. Старушка опять заработала, так что перевозить припасы теперь куда проще. Погоди-ка, это еще что? Ну, надо же. В темноте кто-то прятался. Не-не, я не прятался, просто задремал. Поезд опять на ходу, приветствую. Всего-то старая жестянка. Одно слово, и инспектор вышвырнет его отсюда. Ага. Поступать так с незнакомцем не по-нашему, мэм. Рады знакомиться. Не хочу оставаться незнакомцем, я торговец, такая у меня работа, вроде бы. Могу вести ваше торговое дело, поиск ко мне прислушивается. Ты бы нам здорово пригодился, дружище. Добро пожаловать в команду. Я к вам присоединяюсь, гул из-под земли такой жуткий, почему я никак не вспомню? Не знаю, почему ты не вспомнишь. Поезд прибудет через 4 минуты. Рубеж новый достигли. Текущие сделки. Услуги жителям. 15 тысяч. Бонус к жителям плюс 3. Золото. Короче, это ресурсов, которых у нас достаточно. Мы можем продать их наперед. Делаем сделку, поезд приедет. Так, это потом купим. Так, не стол мне отремонтировать без инженеров. Прежде чем мы доберемся до старого летательного аппарата, нам еще много предстоит узнать. То есть ты знаешь, ну, не все на свете? Вот так-так. Какая прелесть, маловероятно, что ты сможешь придумать такой вопрос, на который у меня не будет ответа. Раз уж так, всезнайка, с тех пор, как мы приехали, я слышу какой-то странный звук, будто тоскливую песню. Ты в курсе, что это такое? Мои поздравления подтвердились, ты это слышишь? А что, ты тоже? Нет, я не слышу, я ощущаю. А что еще это? Что же это? Город, что стоял здесь раньше, целиком полагался на технологии, которая снабжала его энергией. Эта технология отвечала на управляющий сигнал, старый сигнал. И вот это и слышишь. Вот так вот, какой-то старый сигнал, и вот она и слышит. Нам нужно сейчас инженеров делать. Но удовлетворение жителей должно быть 100%. Вот, поехали. Так, 4 домика сделал. В городе становится тесновато, пора расширяться, но так за дело. Уже больше пространства для заводов и что куда важнее домов. Раньше здесь были полным-полно домов, теперь остался один песок. Куда же все пропало? О, избавь нас от своего невнятного бубежа. Бубнежа, ведро ты ржавое. Инспектор, собери-ка своих помощников и избавься от этого мусора. Ага. Так, штат инженеров не включает в себя рабочих. Улучшение рабочих до инженеров приведет к тому, что инженеров станет больше, а рабочих меньше. Понятно. Спасибо. А как мне убирать? А, подожди, территория здесь. Территория здесь открылась. Понятно. Так, нам нужно... Самогон, ё-моё, сколько нужно всего. Да
это здесь. Как-то так, короче. Самогонка. Самогоночка будет. Так, как-то мы вот так вот разместимся. Есть поля. Есть. Поля есть, все есть. Так, инженеров не хватает. Давайте обычных рабочих, обычных рабочих поставим. Блин, там немножко не хватило. Ну да ладно. Давай тогда магазин, может, там поставим. Окей. И склад, наверное. А, там рядом склад есть. Да все равно, давайте поставим, пускай. Лишним не будет, я думаю. А теперь салон. Сюда один. Сюда один. Блин, туда не достает. Давай здесь сделаем вот такую вот. Такую вот тему. Все равно не достает. Ну ладно. Четыре салуна на весь город роботов, блин. Так, 8 дерева, 18 инженеров. Ну, ребята, давайте, давайте, шо вы, блин. Не хотите быть инженерами? Опа. Блин. Так быстро нужно нажимать. Вот здесь, наверное, инженеров сделаем, все дома. А там будут такие обычные рабочие. Ну, чтоб не теряться, где они вообще все. Ну, ну давайте, блин. А у нас минус 5, нам не хватает. Пятерика примерно. Сейчас уже более-менее, но... Ну, давайте уже доделаем, раз уж делали. Кай будет наперед, так сказать. Ну, давай, ребят. Ребята, давайте. Давайте. Ну, сотка же есть. Инструментов не хватает, да? Инструменты с ремонтного цеха идут. Да? А, просто ремонтирует робота. Так, ремонтный цех вот здесь есть. Давай вот здесь поставим.
Нифига себе, там 12 дров. Досок нужен, да? Охренеть. Где мои инженеры, блин? Так, ладно, давай посмотрим на это. Демонтируем. Так, войти в шахту. Отлично, пришло время спуститься в шахту. Нажми 2, чтобы войти в шахту. 2. Отлично, мы справились. Теперь разобьем парочку бараков для шахтеров и начнем копать. Только вот что-то потряхивает. Будем копать помедленнее. Так и есть, планета становится все нестабильнее. Проявите осторожность. А когда найдем аппарат, который нам нужен, думаешь, моя дочурка сможет его починить? Управление над старым сигналом передалось потомкам тех, кто жил здесь раньше. И так вышло, что этот неоценимый дар достался именно твоей дочери. Уж я-то никогда не сомневался, что она особенная. Пора найти этот аппарат. Пусть даже по частям. Я буду где-то в темноте. Так, это инфраструктура. Столб. Делаем столб. Нанять шахтеров. Ага, бараки. Это они? Или нам нужно как-то... Недостаточный размер помещения. Вот такой вот достаточный, да? Шахтер один. Так, мы выходим вверх. Хорошо. Рабочих есть для разработки жилы лома нам потребуется помощь старателей. Возвращайтесь в город, самое время подготовить к их прибытию. И где они? Численность инженеров до 70 увеличить нужно. Я это понимаю, это конечно хорошо все. Это с какой стороны? А там без разницы, да? По всему-то? Практически. Там должен быть другой магазин. Я думаю, достать можно спокойно. Уже было там доступить. Да ладно. Пускай здесь будут тоже некоторые инженеры. У нас только 17. А, 54 всего. Окей, нам до 70 нужно.
Давай там копать. И копать, я пока столбик ставлю где-то. Насколько это безопасно, конечно. Так, старатель есть. Пошли жилу лома долбить. Коренная порода здесь какая-то. Её типа убрать нельзя, да? Ну ладно. Так что, ребята, кто будет инженером? Вот эти два ребятишки точно. Все? Так, а, я же еще раньше выполнил. Доступен новый вид дороги. Круто. Фига себе дорожка, слушай. Инструментов, правда, мало. Нам нужны инструменты. А, вот, изготовитель. Лом встречается в шахте, изготовитель инструментов. Офигенно. Офис наблюдателя. Блин, хоть куда-то влезет. Влезет хоть куда-то. Только сюда, походу. Изготовитель кирок еще будет. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, The Bay Vitor. Всем пока-пока.